Хей, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Соль и Святилище. Так, я немножко узнал про еще лорик, да? Ну, в основном про лор, а что мне нужно прокачивать? Мне нужно прокачивать силу, выносливость и воля. Воля — это наша, по сути, стамина. А стамина у нас полезненькая. Так, древе. Где мы хотя бы остановились, мне нужно понять. Так, здесь есть разделики, вот. И где это наше? Крылышки, да? Допустим, вот молния. Видите, она шанс на добычу делает и немного, да, пускай и увеличит. Не, у нас урон вообще не увеличится. У нас увеличивается энергия и концентрация. Так, здесь у нас увеличение просто урона идет и переносимый вес — это лошадь. По сути, мы прокачаем с вами здесь молнию и на этом остановимся. Следующее будем прокачивать немного там ниже. Прокачаем вот эти две. Подожди, это да, это изучено. Вот эти две прокачаем. Ну, короче, мне нужно максимум, как я могу, бутылечки. Вот эти две прокачаем. Типа как-то так. Так. С этим разобрался. Клятву можно не давать. Я еще немножко узнал, мне нужно предмет один найти. Вот эта цепь, она все-таки увеличивает мне дамаг на 10%. Вот, видите, атака у меня 56, атака 62. Ну, такой, значит, на десяточку считай. Что мне нужно? Во-первых, клеймор мы заточим. И мне не хватает одной вещи. Мне нужна сфера, но я не знаю, где ее взять и можно ли ее вообще купить где-нибудь. У меня есть ключи. Мы открыли с вами одно место. Так, что ты делаешь? Серая жемчужина. Невесомая серая жемчужина, неизмеряна, хоть и подойдет. Так, изучение. Ну, по сути, их использовать нельзя, да, отмена. Так, и куклы. Янтарная статуэтка. Можно бросить. Ну, короче, как-то так. У меня есть два варианта. Мы можем отдать, типа, этой религии плюс и пойти. Так, свет. В принципе, у меня хп, ну не хп, а душ не так уж много, поэтому я думаю, можно и спрыгивать, и все чекать. Ну что? О, стойте, а там что-то внизу есть. Светится, видите, вон. Опа. Какие-то монстрики. Ух. Что-то их немного... Так, нет. Мечом я не уверен, что блокировать будет хорошая идея. Затопленная крепость. Так, возьму. Оп. Ой-ой-ой. Тихо. Что с вас падает? Короче, фляги, это хорошо. Так. Тихо, здесь получается обычный спуск идет. Боевой молот. Боевой молот. Вниз, я вижу лестницу, значит туда можно вниз либо спрыгнуть, либо спуститься. Первый вариант, хотя, а подождите, у нас же еще там тропинка в другую сторону, да, есть? Влево. Поэтому давайте мы сейчас с вами вернемся, только допрыгнули я. Да, допрыгнул без последствий. Так, темно ли будет без фонаря? Ну, довольно темновато. Так. Мне нужно понять, куда это дверь. Это лифт. Лифт. Только лифт куда? Походу в самый низ. Теперь он будет постоянно, да, работать? А ну-ка, поехали. Так. Отлично. Так, кольцо. Что за колечко? Так, кристальное вместилище. Тело и разум естественным образом взаимосвязаны, но мастер способность так создавать материальную внешность. Так, мне ладно. Вы замедляете процесс утомления при расходе концентрации и... Хорошо, что у меня стоит? Повышать защиту против урона тьмы.
Первый владелец соли. В принципе, это можно и снимать, и снимать, поэтому как-то так. А ну? Не-не, мне нужен меч. Не, оно на меня не влияет, но в принципе, чем бы его не поносить? Повышает волю, стоять. Воля — это то, что нам нужно. О, как увеличилась стамина, вы видели? Смотрите. Так, стоять. Бум. Да, больше стамины. Хорошо, пойдемте по этой... Так, мне не нравится то, что здесь. Класс. Крейтон Циклоп. Ай-яй-яй. Да ё-моё. Прекрати. Так, мне... Тихо-тихо. Мне нужна стамина. Больше стамины. Ой-ой-ой-ой. Да, вот этот удар у него жесткий. Черт. Вот как он меня цепляет. Тихо-тихо, пей-пей-пей. Нормально. Живу. Что за бред? Так, я не успел, да, принять? Тихо. Если меня сейчас зажмет, это плохо. Да это плохо. Так, босс, окей. Быстрый спуск к нему у нас все равно сейчас уже открыт. Спускаться мы будем к нему через низ. Через вот эту вот локацию. Так, возьму сразу. Хотя... Бля, нет, там все-таки эти чудики жесткие. Давайте я тогда сюда повешу пока что фонарь. Пока спускаемся вниз. Так, переключаю на урон. Зараза. Так, и на лифтик. Так, успел. Теперь нам мне нужно как-то понять, как его грохнуть. Картоху метать? Это... там моя голова. И она живая, замечу. Может, его можно только несколько раз с ним драться? Тихо. Вот это прием, я не понимаю, как от нее избавиться. Режущий. Вот зараза. Увы. Короче, минус соль. На его шкале показано количество, сколько мне нужно сделать ударов, чтобы типа забралась соль, походу. Можно попытаться быстрыми атаками. Можно попытаться быстрыми, но я не думаю, что это будет более точно. А, я уже накоцался. Класс. Великолепно. Давайте попытаемся мечом. Там, по идее, сейчас две, да, должны быть башки? Не одна. Ладно, приму пока сразу. Крейкан. Циклоп. Вот что он делает? Вот, я души забрал. Вот, что это? Как мне от нее даже не увернуться? Мой боже. Мне просто его молоток бьет.
Давай, давай, давай. Все. А. То есть от таких я хорошо. Успел? Прямо на его удар. Он медленно принимает, он медленно принимает. Его убить возможно. Но замечу, из-за вот этой херни он траву вот эту вот и жрет, я не знаю, не пьет. Меня очень медленно он принимает это лекарство. Это меня бесит. Либо можно пойти заточиться немного. Но чтобы заточиться, мне нужно еще залезть будет на самый верх. Ну. Нужно будет на самый, короче, верх подняться к заброшенному городу. Может... А что, если я немного разденусь? Блин, тогда урона будет по мне больше проходить, мне кажется. Ладно, попробуем снова. Плевать. Ага, то есть от него не убежишь. Давай, давай, давай. Вот, и как? И как? Что мне нужно было сделать? Можешь его в прыжке бить? Mm-mm. Цепляет все равно. Дай встать! Он мне встать не дает. Дай, отхилиться хотя бы. Ух, успел. Блин, я умер, я умер, я умер. На фляхи поставить все не вариант. Тупо хил здесь. Убогий тупой хил. Мне нужно где-то сферы тогда... Ладно, давайте, короче, тогда... Пойдем в другую сторону, хорошо. Я не буду с ним драться. Блин, а мне все равно его убивать придется. Если я хочу души забрать... А сколько там всего этих душ? А давайте последний раз пробуем. Если нет, я, короче, иду в правую сторону. Блин, на его грохнуть надо, там куда-то проход все равно идет. Самый тупой вот это с корнями, потому что хилка убогая. Охренеть. Охренеть. Великолепно. Ладно. Класс, великолепно. Ну, как я говорил, я повторно идти сюда не буду. Ради каких-то 264. Хотя там у него же оно собирается все. Я только буду золото тратить. По 500, камон. Тогда я хотя бы поменьше тратил. Поэтому, ну нафиг. Так, тогда сразу ставим сюда свет. Если те твари за мной побегут, чтобы их прикончить. Хотя там может один пойти. А, они типа невидимы еще плюс. Так, берем урон. Так, во-первых, лесенка. Ага, мне не допрыгнуть. Великолепно. Великолепно. Ну хотя бы здесь боссов нету. По пути. О-о-о. Великолепно. Великолепно. И у меня идет развилка. Давайте вправо. Понял, слишком темно. Идем вниз.
А, я сейчас сдох, да? Охренеть. Охренеть. Эти, оказывается, твари не с коробок тогда вылезли. Ладно, не суть. Во-первых, можно забыть. Вот этих можно забыть, здесь можно пробежать. Значит, нужно осторожно здесь все делать. Ага, их сразу грохнуть нельзя. А, херовый враг. Ах ты, зараза. Тихо. Фух. Так, давайте вы свалите. Очень много урона. Очень много урона они делают. Очень больно. Хорошо, главное к ним привыкнуть. Там, как я понял, тот здоровяк. А нет. Или да? Да, все. Дальше его можно обойти. Пещера Хагера. Так, чувствую, здесь лучше мне фонарь поставить. Так, и все, да? То есть тут прохода нет. Так, Хагер, поехали. Я так уже увеличил стамину с помощью кольца. Невидимые твари. А, это я все-таки был. О, то что за херь. Так, давайте я лучше приму траву. Так, два удара нужно. Мне это не нравится, ребят. Так, благословенное оружие. Ага. Я тебя понял. Это типа защитник. Он дает защиту врагам. Новый враг. Допустим. Ой, может. Так, ну нафиг туда идти. Идем, короче, обратно. Идем, короче, как сюда пришли. Потому что у нас хватает на уровень, это во-первых. Ну, даже если так, то что мне прокачать. Ладно, с этим я разберусь. И нужно все-таки будет вернуться в самое начало. Желательно. Самое начало. Потому что я здесь не справлюсь. Нужно плюс будет закупиться. Так, а сюда я же ходил, да? Пойти сдохнуть. Клыки. Хорошая ли эта идея, куда я ползу? Отнюдь.
факт того, что я куда-то иду. Хрустальный шар я нашел. Идеально. Хрустальный шар — это то, что мне нужно. Сейчас мы сделаем все идеально, ребята. Возвращаемся к храму. Туда я хер сейчас пойду. Только после того, как мы вернемся. Я объясню все по пути. А, это здесь, да, я был бы? Это я сейчас здесь над дрался. Так, возвращаемся обратно. Ага. Только вот... неувязочка. Я не знаю, как вернуться обратно. Тарам-там-там. А, нет, знаю. Всё. Сейчас с помощью вот этого котелка мы поедем. Я здесь залезу, все. Хотя, чё я туплю стоять? Позвони, да. Куда я отправлюсь? К дереву, хорошо. У меня есть сфера. Всё, теперь это наше место. Привет. Трансмутация. Я могу превратить меч, ребята, до хера урона. Такой у меня будет меч. Верительный. Очень классный. Как раз у меня душ хватает. Ну, блин, я не знаю, вот стоит мне он. Потому что тогда мы испортим статистику. У нас будет D только, бонус к силе. А так у нас S. Ладно, готово стоять. Мне нужно сюда... повысить уровень, сколько заберет? Много. Хотя. Думай. Смогу ли я еще найти где такой меч? Сделать подношение. Кузнец, клирик. Проводника сюда вызовем. Так, кузнец мне нужен. Клирика вызову. Все. Так, хочешь отправиться? Сколько у меня... нормальная локация, все. Мне нужно еще вот этот. Захватить область. Подожди, я только могу в одну локацию вызывать? Или как? Ну-ка, что тебе нужно купить? Так, нового у тебя, в принципе, ничего, да, нету. Улучшить. Сколько будет стоить улучшить? У меня есть коса, нихера себе. Меч. Я могу использовать, ребят. Но я вот думаю, стоит ли. Я так подумал, нет, нихера, но мне не стоит. Мы сделаем вот как. Так, что ты даешь мне? Учить молитвы. Купить предметы. Фигня, ну короче, да, продается фигня в основном. Учить говорить, готово. Короче, преобразовываем меч. Трансмутация. А ты во что превратишься? Тайту. Ладно, давай. Да. Клеймор, пока клеймор. Чтобы тебя апнуть, теперь у меня вопрос. Что мне нужно? Так, улучшить. Ух. Утонувший идол. Вопрос, где он берется? Ладно, разберемся. Готово, готово. Ох, нихера себе. Так, на нем да стоит урон. Ух, чувствую, это будет больно врагу. Поэтому мы идем сейчас, во-первых, мстить. Плевать на урон.
Плюс у меня хорошие хилки. Это значит, я быстро отхилюсь. Ну, поехали, посмотрим, на что он способен. Теперь. Давай, приятель. Главное, чтобы он первый дамаг мне не нанес. Нанесет первый, я сдох. Ну, прыгай. Давай, прыжок. Бля. Чувствую, меня не пронесло. Кажись, я его не дамажу. Немного. Так, вставай, вставай, чел. Он меня толкнул, это хорошо. Могу выбить. Вернуться. Нужно главное, чтобы он у меня прыгал. Ай-яй. Меч что-то наносит мало. Пей, 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 пей. Отходим. Как вот он мне нанес дамаг? Как он мне наносит дамаг? Давай, пей, пей, пей. Молодец, успел. Блин, нужно было, чтобы он пролетел. Идеально, идеально. Идеально. Месть, тварь. Месть. Просто месть. Идеально. В этом стиле. Теперь. Так, меняю. Зеленый ключ у нас есть. Рок Крайкена. Зеленый ключ, зеленый ключ. Меч. Мне кажется, либо он короткий. Блин, ну с тем не было. Я наносил с тем мечом больше урона. Это благодаря этим фляхам я разношу. А если по правде считать так. А, стоять. Куда я полез? Я же даже сюда даже не долезу до врага. Ну, то есть, наверх. Мне только отсюда нужно перекаты делать. Ну и прыжки, ладно. Так, здесь я не помню. Нет, стоять. А как я наверх залазил? Или я не мог вернуться? Или я умирал? Окей, допустим. Ради того, чтобы сохранить души, ребят. Чисто ради этого. Нужно будет продать мусор. Да, урон. Значительный. Так. Да, все, минус эти даже с одного удара. Нельзя отравиться. Нельзя вообще здесь умереть сейчас. Забираем. То, что из них упало. Так, минус. Так, через него, да, придется лезть? Либо так, либо никак. Ну, допустим, через эту пойдем. Так, у меня локоны есть. А локоны это хорошо. Локоны это хорошо. С помощью локонов я смогу. Так. Не, ладно, меч нормальный. Достает как надо.
Только как мне его грохнуть? Ох, отлично. Так. Поминаем, там будет сейчас здоровяк у нас. Ой, а что-то так близко стал. Так, беги. Тихо, мне нужно, чтобы он сюда теперь прибежал. И атаковал меня. Давай, давай. Не-не-не-не-не, не ядом, чел. Беги. Ладно, так справился. Хорошо, куклу я навряд ли где-то найду, поэтому, во-первых, тык. Повышаем уровень. На двоечку. Как раз вот на... О, на три уровня хватает. Это отлично. Так, теперь древо навыков. У нас на три, да, хватает? Прокачка мечей сколько стоит? 4. Значит, нас сейчас нам не понадобится. Прокачиваем фляги. Так, здесь как раз для до брони дойду. Так, класс, класс, класс. И где еще я видел флягу? Где-то неподалеку от центра была. Вот. Да, воля немножко, немножечко увеличится. Так, готово. Хорошо, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.